Я не буду вообще долго говорить, потому что хотел бы презентовать своего друга, который был во многих фестивалях, в рэп-фестивалях. Он там сидит, это просто его зовут Стефан. Стефан. Йо. Он был ведущим много различных рэп-фестивалей. Сладка улиц и не только. Реванш. Он сам все вам расскажет. Только давай какую у него скорость, не эминовские скорости, а так, чтобы люди тебя поняли, ладно? Постараешься? Ну да. Всем здрасте, добрый день. Очень рад здесь присутствовать на этом замечательном фестивале. Ира, мое почтение к вам. Спасибо, что пригласили. Ну, позвольте, я исполню вам... Было так близко, мне нелегко.
Спасибо.